Хочу рассказать, каким был 2019 год. В этом году я поразвлекался, но в 2020 нужно начать работать. По моему мнению, 2019 год стал лучшим в развитии нашего спорта. За это время мы видели три примечательные вещи. Я имею в виду профессиональное развитие профессиональной лиги, которые вышли на новый уровень. Они выглядят довольно устойчиво, состоящих из суперзвезд мужских и женских категорий. И я радуюсь, когда вижу это. Это действительно большой шаг вперед. Сейчас люди говорят об уровнях. Кто-то говорит, ну это соревнование небольшого уровня. Кто-то говорит, это хорошее соревнование. Ну, я скажу вам так, что было время, когда не было такого, когда категории 100 и 110 килограмм были разными. А это была обычная абсолютка. 25 years of dominance in a sport which takes no prisoners, no excuses in arm wrestling. Я думаю, что выше уровень уже не может быть. Они и так уже работают на предельном уровне. Это является большим показателем, что наш спорт развивается. Я обращаю внимание на то, что в нашем спорте происходит увеличение аудитории, и это очень круто. Она сильно выросла за столь небольшое время. Я думаю, что это произошло из-за профессиональных лиг и тяжелой работы промоутеров. Ну и, конечно, блогеров-фрилансеров, от больших до малых каналов, таких как Arm Wrestling My Life, Arm Wrestling TV, Voice Arm Wrestling, Samson и другие блогеры. Показывает таблицу за год, где пришло 72 тысячи человек. Это является отличным мотиватором, когда видишь, что твое число подписчиков удваивается, и много людей влюбляются в Arm Wrestling благодаря другим каналам. Вот в моем случае это Джуджи и Том, которые повлияли на свою аудиторию, и наш спорт вырос еще больше. Сейчас остается самой важной проблемой, это раздвоение федераций и санкции, которые были введены некоторыми из них, но при этом никак не повлиявшие на развитие спортсменов и становление целей. Поэтому эти санкции никак не затмевают те великие дела, которые произошли в этом году. Я знаю, что 2020 год будет еще лучше. И еще не было лучшего времени для занятия армрестлингом. Я вангую, что 2020 год будет еще ярче, успешнее. И действительно будут мотивировать так нас, как никогда еще. У нас будут инструменты, которые дадут возможность нам развиваться еще быстрее, чем те, которые мы имеем в данный момент. Я так понимаю, он имеет в виду деньги и рукоятки от Мазуренко и прочий инвентарь. Поэтому 2020 год будет действительно хорошим. Поэтому я действительно взволнован предстоящим Новым годом. Хочу сказать большое спасибо всем ребятам, девушкам, промоутерам, фанатам, нашей армрестлерской семье. Мы проделали большой путь становления армрестлинга. И я надеюсь, что он не закончится никогда, и он останется с нами навсегда. Во всяком случае, в новом году я буду сильнее, чем был когда-либо. И показывает надпись на сколько? На 44%, чем был. Я с нетерпением жду начала этого года, который очень меня интригует. Шутит надписи, что его победами. Ну все, парни, счастливого нового года, скоро увидимся. А мне, парни, поставьте лайк, мне будет очень приятно. И в новом году я выпущу очень курьезное видео, поэтому подписывайтесь. Всего доброго. Quit round one, Bob. They quit round one.